Всем привет! Вы на канале Games from Mimi. Сегодня я буду вашей ведущей и показывать вам жизнь королевы против обычного человека. Итак, для начала я покажу свой денек. Вот сейчас покажется вам Степенька, кстати. Вот смотрите. Здесь у меня такая лесенка есть, и я по ней люблю подниматься. Пока что я хочу поиграться с вот этой вот втулочкой с туалетной бумаги, ведь это очень-очень весело. Вот так вот грызу ее, она скоро у меня уже поломается. Мне надо новую уже скоро. Здесь у меня колесико такое есть. Домик зелененький, а здесь у меня погрызушка, которую я постоянно люблю грызть. Привет, это ребята. Стёпа, веди им дальше, я уже не хочу. Привет, ребята. Сейчас я вам буду вести экскурсию по своему домику. Вот у меня такой вот деночек интересненький. Мне дают вкусняшечку вот такую вот. Только я ее не всегда ем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А вот здесь, смотрите, мне... Ой, что это было? Это я такое умею делать. Классно же. В общем, ребята, сейчас я вам покажу кое-что интересное. У меня такое будет видео «Королевская жизнь против обычного хомяка». Я сейчас вам поподробнее расскажу, мне в такой штучке нравится рассказывать. Я здесь так люблю сидеть. Это ванночка нашей королевы Мими. Она постоянно ведет себя прям как королева. Ой. В общем, я вам вот так вот расскажу пока что. Очень интересно мне наблюдать за ней, как она ведет свою королевскую жизнь. Стёпа, скажи вот так вот «Привет, ребята!» Хорошо, привет, ребята! Приветики, приветики! Как вы поживаете? Молодчинка, Стёпа, хороший хомячок. Да-да, всё правильно говоришь, я хорошенький хомячок. Ну ладно, продолжай, Стёпенька. Не буду тебя перебивать. Хорошо, я продолжаю. Итак, в общем, здесь будет очень-очень интересно. Я вам расскажу и покажу все, как моя такая жизнь, как мимишки. Она такая интересная, ну и смешная. Вот здесь вот такая вот ванночка. Вот так вот я кушаю, здесь у меня очень интересненько. Я люблю пить водичку. Я вам даже потом покажу, как я эту водичку пью. Здесь, а мимишка постоянно идет к королеву. Итак, вот такой вот, кстати, домичек у мимишечки нашей. Она очень любит в нем сидеть, крутиться постоянно. В общем, всякое делает. Сейчас попробую в норку заглянуть. Ах, не получается. Вот такой вот мисочка здесь. Здесь такое вот колесико, трубочки. Разные она в них лазит. Ой, мне так храпит вообще, там вот невозможно. Я, кстати, покажу вам сейчас. У меня здесь гнездышко очень интересное. Я там умываюсь вот так вот. Мне так все хорошо в этом жизни. Даже королем не надо быть, чтобы быть счастливым в моей жизни. Я вот тут и так вот умываюсь. Тут и так вот всякие вкусняшки кушаю.
Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Так вот Мимирка кушает, я ей насыпаю, у нее очень хороший рацион, я ей много сильно не насыпаю. И вот такое вот райское блюдо у Мимишки в клеточке стоит. Она уже здесь поджидает свою вкусную вкусняшку. Ты, тарелка, не наглей, ты что делаешь? Зачем ты мне меня вот так вот логаешь? Эй, я тебя сейчас поглызу, так ведь не тесно. Ты меня не должна тыкать, я тебя должна тыкать и грызть тебя, понимаешь? Еще я кусаю из тебя, поэтому, пожалуйста, не надо делать этого. Хотя я даже, пожалуйста, не могу делать. Такая. Сейчас я ей покажу, как мне она все подходит день. Мы с Степенька, подвинься, чтобы я тебя не задела. Вот такая вот вкусняшка у Степки. Сейчас высыпем все. Вот такая вот грязная у него, правда, миска. Очень грязная. Как же вкусно. Вкусненько это кушать все. Ням-ням-ням. Просто я не могу. Ням-н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 ям-
Интересно, какой же... это же моя ванная. Сейчас буду купаться в ней. Вот так вот, Мимишечка, давай тебя подвинем. И сейчас буду на тебя насыпать немножечко наполнителя. Это вон чистенький, чтобы очистить твою красивую шерстку. У меня и так красивая шерстка. Зачем мне ее очищать? Видишь, какая ты сейчас чистенькая, а была какая грязная и вонючая. Не называй меня так, я королева. С королевой так нельзя говорить. Что это происходит? Я лечу. Ой. Ага, наконец-то я могу побежать в свою норочку. Хотя лучше мне чем-нибудь другим позаниматься. Вот такое вот колесико. Как же вкусно. Как вкусно.